Всем привет! Как и обещали, у нас стартует новый конкурс. Он будет проходить на нашем YouTube-канале, начиная уже с этого видеоролика. Победителя мы выберем через месяц. В конкурсе будет разыграно три приза. Бесчиповый МФУ Epson Expression Home XP330, самая популярная модель XP342 с картриджами и новенькая МФУ Epson XP340 с СНПЧ. Что же нужно делать в конкурсе? Да, ничего сверхъестественного, просто смотреть наши видеоролики и писать комментарии. То, что вы и так делаете. В следующих 15 роликах, учитывая и этот, вам нужно будет найти пасхалки. Что это такое? Это секретное сообщение, которое отсылает зрителя к каким-то другим видеороликам. Например, сейчас за моей спиной развешаны поделки, которые создавала Афинка в своей рубрике по DIY. Ваша задача в следующих 15 видео найти как можно больше таких секретных деталей и написать о них в комментариях под роликами. Кроме того, необходимо быть подписчиком нашего видеоканала и заполнить форму участника на сайте. Ссылку вы найдете в описании ролика. Зачем это нужно? Ну, просто мы любим собирать ссылки на профили. Нет, на самом деле эта форма даст понять, сколько участников в нашем конкурсе и поможет выбрать победителя. В этой форме вам нужно будет указать ссылку на ваш YouTube-профиль. И, пожалуйста, убедитесь, что ваш аккаунт открыт для просмотра. Не нужно скрывать от нас ваши подписки. Не надо стесняться. Потому что мы же конкурс устраиваем для наших подписчиков. Будет очень обидно, если мы отправим призы тем, кто даже это условие не выполнил. И еще нужно указать свой имейл, чтобы мы могли с вами связаться, если вы выиграете приз. В принципе, это и все условия. 20 декабря мы рандомно разыграем наши призы. Желаю вам удачи!